Hello, friend. Из пельменей уральских. Да, только здесь имя Ксюша поставила. На самом деле меня Юля зовут. Ты же про Михалкова, правильно? Ну, такое ощущение, что видел тебя в метро час назад. В метро меня, поверь, не было, мне кажется, очень давно. Точно не час назад и не год назад, наверное. Ну, которая самая четкая. Ее зовут Юлия Михалкова. Я понимаю, про кого-то мне очень часто говорят, что похоже. На самом деле я этого не вижу, но мне это говорят часто. Алекс, здорово. Ну давай, разблокируйся. Привет. А я не знаю, ты парень или девушка. Тебе тогда просто привет. Привет, Денис. Похоже. Но я этого не вижу. Я этого не замечаю. Я доставала ее фотки, находила. Спасибо. Вы видели новости? Девушка попробовала этот дубайский шоколад, а у нее на арахисовую пасту отек квинки. Привет. Пиши, познакомимся. Не напишу, не познакомимся. Привет, Серег. Ах, вот какая ты. Упрашивать не буду. Не люблю таких мужиков. Ты слабак. Могу поуговаривать. Можно с тобой познакомиться? Давай познакомимся. Меня Ксюша зовут. Денис, я не люблю, когда душнят. Глаз, здорово! 100 лет тебя не видела. Вышел, да, наверное, уже? Да.
У меня вообще стикер этот работает, нет? Goodbye.